Здравствуйте, с вами Светлана, и мы в магазине «Твоем». Здесь большое количество футболок с кактусами. Розовые, голубые, серые. И качество очень даже такое неплохое. Приятное. Брючки, джинсики. Ну, здесь, в принципе, наверное, одни футболочки со штанишками. Ой, симпатично. Сейчас я ее достану. Розовая. А то я жаловалась, что у меня одна футболка розовая. И все, больше ничего нет из розового. А то мне говорят: Светлана, у тебя все розовое, розовое. Нет ничего у меня розового. Вот. Да нет, как-то это смотрится не очень. Пришли с надеждой приобрести по футболочке. Опа! Это Надежда себе нашла. Да, себе? Да, мы стоим маечкой. Ну, может быть, вариант, не знаю. Это она прикалывается, не подумайте, правда. Здесь спортивные штанишки, теплые уже. Вот какие розовые штаны. Тепленькие, домашние, допустим. Вот классные штаны, но они тоже теплые. Уже вывесили тепленькое у нас все. И мы подошли к текстилю. Давайте посмотрим, что здесь. Постельное белье розового цвета. Очень приятное. Состоит из простыни, наволочки и пододеяльника. Размер 160 на 200. И расцветочка очень приятная. Прям приятная. Флористика. 180 на 200. И вот такая вот расцветочка. Тоже флористика. Прям симпатично, нежно. Вот, посмотрите. И далее у нас раздел «Все для дома». Кашпо белое, черное и вот такое прикольное золотое. Кашпо для цветов. Большие, маленькие, напольные. Вот такие вот горшочки стоят. Подсвечники очень миленькие, приятные. Есть в зеленом цвете, в розовом цвете. Кстати, очень стильно смотрятся. Потом разберут все кружки. Тяжелые. Прикольно. Так, что у нас еще здесь есть? Тоже кружка. И знаете, мне что понравилось? Кружечка вот такая вот, чтобы чай не остывал. Сверху одевается тарелочка. И вот такая красота. Все это в коробочках. Можно подарить на подарок, допустим, выбрать. Там у нас чашки для колечек, для браслетов. И вот такая композиция. Силиконовые суккуленты в колбах. Ну, супер, правда? Элементы декора различные. В золотом цвете. Вон там кошечки. Так, что еще у нас тут? Бокалы. Бокалы красивые. А бокалы это тоже закрываются. И чтобы чай не остывал. Милота. Но мне вот эти вот колбы понравились. Красивые, необычные. Я уже ее показывала, я просто на нее смотрю. Она запала мне в душу. С собачками.
для любителей собачуль. Так, зеркала. Здесь есть солнце, только в золотом цвете. Но в золотом цвете что-то не очень. Вот такие вот зеркала висят. Если желание, можно приобрести. Тоже солнце. Банки, подсвечники. Мне вот этот понравился такой подсвечник. Ставишь свечи и красиво. Кстати, к Новому году их не будет. Разберут. Надо сейчас смотреть. Если что-то нравится, нужно брать. Вы посмотрите, какая красота. Это у нас ваза. Ваза для фруктов. В серебряном цвете. Да, красиво очень. И есть ваза. Так, сейчас мы поставим все это назад. И ваза есть в золотом цвете. В золотом, конечно, смотрится выигрышно. Посмотрите, как красиво. Если подобрать все грамотно. Также подсвечник висячий в белом цвете. Подсвечники в золотом, в таком стильном. Если все это грамотно разместить, это будет просто супер. Часы. Здесь кто-то брал картины, могут упасть. Часы. Рамки. Посмотрите, рамки есть стиль лофт. Да. И вот в золотом цвете. Рамочки можно ставить. Прям классненько. Вот можно в черном. Косметички прозрачные, в сеточку. Кто на море едет, в этом году можно вот приобрести такие красивые косметички. А, вот тут косметичка лежит такая прозрачная. Блин, суперская, девочки. Ничего не прольется, будет все в ней видно, что вы везете. Прям оригинально. И такие вот ободочки на голову бьете. Ой, какие некрасивые. Шапочки. Шапочки кролик, собачки. Зайчики. Маска для сна. Кролик. В общем-то, все такое симпатичное. Присмотрела себе платье. Очень симпатичное. Но мне кажется, размерчик нужно было бы побольше. Оно удлиненное. Застегивается спереди. Идет здесь потайной у нас поясок. Воротничок. И давайте я сейчас выйду, покажу вам, как он смотрится. Вот сразу здесь уже крупноватая. Вот видите, мне нельзя здесь крупное никакое, ничего. Нужно все-таки прямое, я так думаю. А так цвет очень приятный, красивый. Но понравилось оно мне. Там у меня штанишки. Еще есть цвет черный. Нет, мне кажется, больше размер нужен чуть-чуть, да? Или вообще эта модель не идет, как вы думаете? Оно недорогое, оно стоит 4000, но прикольное. Ну, конечно, каблучки. И пижамки. Пижамки, состоящие из шортиков. И вот такой футболочки. А еще тоже футболка с котиком. И шортики вот такие вот. Есть туники. Просто туники для скромниц с кошечками.
с пироженками, с цыплятами или утятами. Это утенок. С кактусом. Сейчас кактусы все более и более популярность завоевывают. Боже, ну какая прелесть. Вообще просто. Просто вообще супер. Девчонки, посмотрите. О, какая красота. И штанишки обычные, полосатики. Дома ходить не надо, спать в них. Просто дома ходить. Спать мы будем в эротической, сексуальных комбинациях. А дома ходить вот в такой прям лепота-лепота. Да? Смотрите. А вот уже спальники, да? Да, это уже спать. Ну, можно в шелке, можно в хлопке, можно в открытых-закрытых. Как хотите. Но дома замечательная одежда, пижама. Сейчас столько много вариантов дома ходить. В чем? Кто что любит, в том и спит. Я люблю такие варианты. Смотрите, какие. Так, что у нас еще здесь? Мы в отдел для сна зашли. Здесь вот тепленькие. Ой, какие лопатульки, посмотрите. Это комбинезон. Комбинезон. Он теплый-теплый. И здесь вот такая вот... Здесь вот такой капюшон, ушки. Симпатично. Вот, вот, вот такие вот мне понравились. Смотрите. Только странно, комплект получается... Штаны, ну, шорты серые, это белое. Так. Но чтобы что-то меня зацепило, пока нет. Смотрите, киса лежит. Готовится ко сну. Надежда, посмотри, какая красота. Туничка, сейчас жарко. Дома одел и вперед. Вот с Котей. Тоже. И штанишки розовые. Ага. Прям супер. Париж? Нет, в Париж пока не пойдем в Париж мы. Вот с кисой тоже. Смотрите, какая прелесть. Красивая. Нежные. А вот, пожалуйста, кто любит уже спать. Маечка и шортики. Так, что у нас здесь? Ну, тунички. Так, это комплект. Комплект розовые штаны и футболочка белая. Так. Здесь тепленькая. Вот маечка и штанишки. Тоже очень даже неплохо. Так, что у нас здесь? Сиреневая. Футболка и штаны. Такое приятное сочетание цветов. Если честно, не яркое, все нежное. Ой, вот футболочка-то приятненькая какая, с пироженками. 400 рублей всего. А такое качество прям очень-очень приятное. И размеры здесь различные. Красные. Розовая нижнятина, серые, тоже очень приятный такой цвет. Надежда там на что-то залипла. Мы с ней последние выходные по магазинам. А это что у нас, выдалось? Когда? Ну, наверное, маловатое, да? Футболка тоже
хорошенькая, посмотрите. Даже под пиджак нужно. Ну и все, мы поехали домой. Спускаемся по эскалатору. Усталые, счастливые. Надежда у меня опять с моими сумками. Ну и там ее одна маленькая сумочка. Сегодня был замечательный день, девочки. Жду от вас комментариев. Пока-пока.